Из этого кабинета видно, что наша страна нуждается в реконструкции для того, чтобы иметь будущее. Вот это есть некоторые очевидные вещи, которые из этого кабинета должны быть видны. Надо понять, что, и, собственно говоря, это понятно, что идет очень жесткая конкурентная борьба не только между фирмами на рынке, но и между государственными на международной арене. И к нашему глубокому сожалению есть определенное чувство тревоги, потому что мы не являемся лидерами в этом соревновании.